спасли жизнь, хоть и не просил. Пожарные предотвратили попытку суицида. Что будет с пандами? На красном закрыли любимый горожанами граффити-рисунок. Зарплата только через суд. Работники одного из предприятий пытаются доказать, что им не доплатили. Будет ли вторая жизнь? Школьные теплицы могут передать в частные руки. Помочь может каждый. Юной нижнекамке нужны деньги на лекарства. Вы смотрите «Нижнекамские новости», в студии Евгения Крыбакова. Здравствуйте. Пытался прыгнуть с 8-го этажа. Нижнекамские пожарные предотвратили попытку суицида. Инцидент произошел в районе 10 часов утра по адресу 30 лет Победы, 19. Почему мужчина хотел свести счеты с жизнью, расскажет Светлана Шумкова. Около часа этот мужчина держал в напряжении весь район. Стоя на пожарной лестнице, он пытался кому-то звонить и сильно шатался. Внизу пожарные растянули спасательное полотно. Там сначала кричала женщина: «Помогите, убивают». А потом вот вылез мужчина вот этот, вот он начал вообще сильно-сильно кричать. Очевидцы рассказывали, что мужчина угрожал сброситься. Кто-то из жильцов вызвал спасателей. Мужчина все-таки вернулся в свою квартиру через окно, а за ним пожарный. А уже спустя несколько минут полицейские вывели его из подъезда. 743. Егор, давай ноги закидывай. 4. 4. Ноги закидывай. Ай, гасит. Это смысл. Садись. Пристав, да. Блин, здесь! Блин, в руке они! Ах! Они меня в лес, мой! Они в лес, мой! По словам медиков скорой помощи, мужчина, скорее всего, находился под действием наркотиков. Теперь его отвезут на освидетельствование, а оттуда в психиатрическую лечебницу. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, новости НТР. Сотрудники РЖД сегодня, возможно, предотвратили не одну аварию. Они присоединились к международной акции «Внимание, переезд». Вели беседы как с водителями, так и с пешеходами, чтобы те внимательно проезжали и переходили железнодорожные пути. Ведь под колесами поездов в России ежегодно погибает больше 1000 человек. Александр Комаров продолжит. Пока шлагбаум закрыт, а на горизонте еще не виден железнодорожный состав, сотрудники РЖД общаются с людьми, которые остановились на переезде, чтобы пропустить поезд. Беседа полезная. Будьте внимательны и осторожны при пересечении. Соблюдайте правила дорожного движения в вашей жизни. Всегда будьте здоровы. У вас еще просьба гарантийная обязательно, за то, что вам вручили памятку поставки. В Нижнекамске и Нижнекамском районе ЖД-переездов не так много, и в основном по ним проезжают составы, которые идут на химические предприятия. Но это не значит, что их надо игнорировать. А случаев, когда водители пытаются объехать уже закрытый шлагбаум, бывает много. Таких случаев бывает, и довольно-таки часто, когда в час пики, когда люди не успевают, они хотят быстрее проскочить. Случаи бывают, люди нарушают. Ну, вы переживаете за них в этот момент? Ну, переживаем, конечно, очень. Во-первых, мы переживаем за последствия, которые могут быть. Водителям легковушек не стоит тягаться в скорости или качестве с машинистом поезда. Ведь при движении в 40 км в час тормозной путь у поезда составляет 2 километра. В Нижнекамском районе ДТП с участием поездов и машин все-таки случаются, но не на переездах, а на так называемых нерегулируемых путях. Всего же на Круглопольской дистанции за прошлый год произошло 21 столкновение. Благо, все отделались легкими травмами. Однако любой ДТП с поездом может сбить целый механизм логистики РЖД. РЖД работает как часы, поэтому сбой программы приводит к тому, что люди, сидящие в поездах, могут не доехать вовремя до дома. Или сидеть в поездах, если случится какое-то дорожно-транспортное происшествие. Поэтому внимание очень особое, и хотелось бы данной акции еще раз на устах телерадиовещания подсказать всем автолюбителям. Будьте внимательны и осторожны при переезде железнодорожных переездов. Пешеходам тоже много вопросов. Они, в отличие от водителей, могут перебежать рельсы на любом участке путей. И здесь тоже существует опасность. Вот одна из историй начальника эксплуатационного участка. Ехали мы с вагоном по измерителю, как скорость небольшая, и переходящий человек через дорожные пути за собой вагон, который у него застряли. И он, хотя и видел, что ей стоит, но он никак не отреагировал. И нам пришлось остановиться, дабы не... наехать на этого человека. На что человек вообще никак не отреагировал, просто забрал санки кое-как и пошел дальше.
В общем, железная дорога, она и есть дорога. Пешеходам советуют переходить ее в положенных местах, а водителям не пренебрегать правилами безопасности дорожного движения. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Хватает ДТП и не на переездах. Очередное случилось напротив центрального рынка. 19-летний водитель не справился с управлением и врезался в дорожную ограду. По предварительной версии, автомобиль был подрезан легковушкой, на месте происшествия которой не оказалось. К счастью, никто не пострадал. Мы ехали вот по этой улице, и перед нами перестроилась резкая шестерка. Мы дали по тормозам и влетели, получается, в забор. Мы перевернулись. Новый бизнес-проект. Заброшенные школьные теплицы реконструируют. Частные лица хотят их арендовать, отремонтировать и выращивать на продажу сельхозпродукцию. Наталья Лушникова продолжит. Школьные теплицы – славное прошлое советского времени. Здесь дети, выращивая растения, учились трудиться. Тогда они были в каждой нижнекамской школе, но в 90-е стали никому не нужны. И вот теперь их осталось всего 16, и все они в таком плачевном состоянии. Ржавый каркас, разбитая кирпичная кладка. Уже многие годы здесь вместо огурчиков, помидорчиков растут сорняки. Вернуть теплицам былой вид обещают частные лица. На днях бизнес-проект был представлен руководству города. Когда мы проехали с вашей школы, потому что я рядом живу уже 20 лет из школы, ну, не в красивом состоянии, будем так говорить, да? Ну да, они как бы вот в таком... Нехорошее состояние, уже много лет, да. И мы посмотрели, подумали и вот решили, наверное, почему бы нет. Это будет в городе, это будет плюсом для школ. Арендовав все школьные теплицы, предприниматели обещают отремонтировать их за свой счет. По планам, парники будут круглогодичные с отоплением. Урожая хватит всем, отметили бизнесмены, в том числе и школьным столовым. На первый взгляд, в этой инициативе одни плюсы, но нижнекамцев коммерческая деятельность, развернутая на территории школ, насторожила. Людей волнует безопасность детей. Мне кажется, на территории школы не должно этого быть, только должны быть это школьные там различные постройки. Это же коммерческая, там кто работает? Во-первых, и санитарных книжек не имеют, даже по состоянию здоровья неизвестно, всякие больные могут быть люди. Поэтому, мне кажется, это не должно быть. За каждого, кто будет посторонний, директор тоже, это ему нести ответственность. Руководство школы. Мне кажется, это просьба. Нельзя такое делать. Это мое мнение. Не уверена, какие люди будут там работать, а это все-таки рядом дети. С одной стороны, правильно, все это бездействует. Только отгородить их надо от школы, и все. Нет, нет, это неправильно, неправильно. Я против. Против, против. А почему? Ну, безопасность детей прежде всего. Для них места много, зачем школу отдавать? Зачем на территории школы какое-то частное это владение, вот по моему мнению. Вот мне не надо, чтобы моя, на территории школы, где у меня ребенок учится, что-то частное было. Зачем? Пусть школу ремонтируют, пусть государство смотрит. На сегодняшний день от комментариев по данному вопросу отказались и сами предприниматели, и управление образования, ссылаясь на то, что над документацией проекта сейчас работают юристы. Наталья Лушникова, Рафаэль Ракипов, Марсель Джураев. Новости НТР. Содержание фенола в нижнекамском воздухе превысило предельно допустимую концентрацию в 11 раз. Такие шокирующие результаты были опубликованы на официальном сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики. Судя по информации, специалисты в начале этой недели отобрали пробы воздуха сразу в нескольких точках Нижнекамска. На пересечении проспектов химиков-строителей показатель загрязнения фенолом превысил все допустимые нормы. Однако виновным в этой истории оказались не промышленные объекты, а само ведомство. В связи с технической ошибкой 6 июня 2018 года на сайте была указана неверная концентрация фенола за 5 июня за 13 часов. Значит, концентрация фенола за этот срок составила 1,1 ПДК, то есть было незначительное превышение.
НТР и Русфонд продолжают совместную акцию помощи тяжелобольным детям. Сегодня история Алии Манеевой. У 7-летней нижнекамки редкий диагноз – нейрофиброматоз. Это опухоль, которая распространяется по всему телу. Победить эту болезнь невозможно, но можно приостановить рост образований. Для этого требуется дорогостоящее лекарство. Каждое ваше сообщение со словом «дети» на номер 5542 поможет ей жить. Вот это моя игловая зона. Я люблю тут куколкам готовить всякую еду, салатики. Юный поваренок приглашает всех в свой мини-ресторан. Первый клиент – кукла Настя. Алия Манеева готовит ей полезную кашу. Свои игрушки она видит порой реже, чем медицинские инструменты. Девочка родилась с редким диагнозом – нейрофиброматоз. Это заболевание приводит к образованию опухолей по всему телу. До 2 лет это был обычный ребенок. Единственное, это было, конечно, при рождении. У нас по факту было на ручке пятнышко и на грудной клетке. Это лимфогемангиом оставили они нам. Но это все решаемо было. Говорили, в определенном возрасте вы сделаете лазеротерапию. Это все косметика. Даже не задумывайтесь. Задумались родители, когда у 2-летней малышки появился сколиоз. Первые анализы, обследования показали, всему виной те самые пятна на коже. Свои 7 девочка перенесла 8 операций, но опухоль все равно растет. В этот раз врачи не рискуют, ведь новообразование появилось в опасной близости от аорты. Проведение радикальной хирургической операции в данном случае невозможно, и консилиумом врачей города Москвы было принято решение назначить эропамон сиролимус по жизненным показаниям на длительное время, так как этот препарат может приостановить прогрессирование ее заболевания. Вот она, заветная коробка лекарств, от которой зависит жизнь девочки. Годовой запас препарата стоит 440 тысяч рублей. Они не сделают Алию полностью здоровой, но дадут шанс приостановить рост новообразований. В этом году она попрощалась с детским садом и хочет жить дальше, несмотря на то, что так часто бывает больно. А чего-то у ребят слезы на глазах блестят. Как же грустно оставаться. До свидания, детский сад. Сейчас семье Манеевых очень нужна наша поддержка. Помочь можно, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании или Русфонда. Альбина Валеева, Марсель Джураев, новости НТР. В Нижнекамске живут отзывчивые люди. Это они доказали в очередной раз. Родные. Мини-Васимы Мазитовой выражают благодарность НТР и горожанам за помощь. Напомним, для восстановления после инсульта ей нужен был дорогостоящий тренажер. После выхода сюжета об этом на нашем канале семья смогла его приобрести. Нужную сумму собрали быстро и даже больше, чем предполагали. Данную процедуру мы проводим 2 раза в день, утром и вечером. Маме очень нравится. Бодрая, улыбается и реагирует на обращение. Мини-Васиму Нагимовну не узнать. Еще месяц назад женщина была прикована к постели. Ежедневные тренировки на новом тренажере дали результат. Нам очень помогли жители города Нижнекамск. Огромное спасибо. Также НТР, канал НТР. Выражаем огромную благодарность. А эти кадры были сделаны месяц назад. Именно тогда семья Мазитовых обратилась за помощью в нашу телекомпанию. Нижнекамцы откликнулись сразу. Через неделю семья уже смогла купить этот тренажер. Более того, деньги еще остались. Для нас проблематично принимать водные процедуры, и поэтому мы хотим сделать ремонт ванной, да? Убрать ванну, поставить душ и установить поддон, чтобы вода стекала сразу в канализацию. Сделать ремонт в ванной комнате семья планировала 3 года назад. Тогда все остановила болезнь матери. Геморрагический инсульт женщину надолго приковал к постели. Одни слова благодарности. Спасибо всем. Просто огромное человеческое. И вот в этот прекрасный месяц Рамазан пусть вас всех Всевышний благословит. Всем большое спасибо. Упорное лечение и физические нагрузки дают положительные результаты. Мини-Васима Нагимовна уже начала произносить свои первые слова. С самого начала болезни нижнекамка утратила способность говорить. Несмотря на трудности, она смогла найти силы сказать главные слова. Гульяна Нигматуллина, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Бывшие сотрудники управления строительно-монтажных работ через суд пытаются вернуть честно заработанные деньги. По их словам, работодатель задолжал каждому не менее 100 тысяч рублей.
Эти люди пришли в суд с надеждой, что им помогут. Все они в разное время работали в обществе с ограниченной ответственностью управлении строительно-монтажных работ. Трудились они на совесть, а денег получили на порядок меньше, чем ожидали. Представитель же организации утверждает, что при увольнении с сотрудниками полностью рассчитались. Мы с кого заявление, которое подано, мы представляли вызов. Задолженности перед Шелковым не имеется, Владимир Юрьевич. Все заработанные платы ему выплачены в полном объеме. Основной причиной иска стало два табеля учета рабочего времени. Один вела организация, а второй – непосредственный руководитель работников. Документ, где указаны часы переработки сотрудников, представитель УСМР считает недействительным. Я считаю, что этот табель не является образцом доказательства. Сейчас многие сотрудники организации находятся в тяжелом материальном положении. У всех семьи, ипотека, кредиты. Пока в суде рассматриваются 4 иска бывших сотрудников ООО «УСМР». Однако подавать в суд на предприятие собираются еще больше 100 человек. Следующее слушание назначено на 21 июня. Кристина Матвеева, Евгений Лызаев, новости НТР. Звонок президенту мог сегодня сделать с полудня любой житель страны. Общение Владимира Путина с россиянами в формате прямой линии проходило уже в 16-й раз и, как выяснилось, не потеряло своей популярности. Так, сегодня за полчаса до начала эфира количество обращений граждан превысило 2 миллиона. Интересен был и новый формат, на этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрами, что позволило главе государства оперативно переадресовывать вопросы в режиме конференции. Горожане также не упустили возможность позвонить Путину только посредством стационарной телефонной связи. От нижнекамцев на горячую линию президента поступило более 200 звонков. Сколько их было, в общем, учитывая сотовую связь и интернет, подсчитать невозможно. Как и большинство россиян, нижнекамцев интересовали рост цен на бензин, вопросы сферы экологии и ЖКХ, увеличение пенсионного возраста и положение России на мировой политической арене. Панд замуровали. Известный многим рисунок на торце пятиэтажного дома в поселке Красный Ключ закрыли. Что горожан очень удивило, ведь милый граффити-рисунок с тремя пандами так нравился многим. В чем же причина и вернут ли панд на место, узнавали наши корреспонденты. Еще недавно яркие мультяшные панды так радовали глаз местных жителей, но вот сегодня их стали заделывать. А почему, неизвестно. Рабочие пришли утром. К обеду большая часть рисунка была закрыта. Осталась только эта одинокая панда, которая теперь словно смотрит с грустью. Жалко. Очень. Я сейчас вот спускаюсь и очень жалко. Я потому что как бы... Это красиво же было. Но с другой стороны, наверное, облагораживают. Люди очень расстроились. Это граффити появилось здесь 3 года назад. Над проектом работала целая команда профессионалов. На рисунок площадью 200 квадратных метров ушло 350 баллончиков краски. Мои внучки, то вот красиво, из Москвы приехали они сюда на лето. Им жалко очень, они любовались этими всегда пандочками. Отрицательное отношение, потому что жизнь не так серая, как говорится. Тут красиво такая. Можно, я думаю, больше таких рисунков делать на зданиях. В исполкоме города нас утешили. Панд убирают лишь на время капитального ремонта. В данный момент в рамках программы по реконструкции жилых домов производится утепление фасада. Затем будет произведено штукатуривание этого утепления. И сверху на штукатурку уже по окончании всех ремонтных работ пандочки вернутся на свое место. Рисунок восстановят в точности в самое ближайшее время. Кроме того, в планах сделать подобные граффити и на других домах. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Об этой теме нас попросили рассказать телезрители. Если у вас есть важная или интересная информация, то вы можете сообщить нам ее по телефону 400770 посредством нашего сайта ntrdefiz24.ru или по номеру WhatsApp 917-93-73-077. Нужна детская площадка. С такой просьбой жители дома «Школьный бульвар 3А» пришли на прием к главе города Айдару Метшину. В итоге кабинетный диалог вылился в выездное совещание. О принятых решениях расскажет наш корреспондент. Чтобы была разделительная дорожка, чтобы все было красиво. Чтобы не замели, чтобы тоже было. А кто постарше, что хотят? Постарше мы хотим детскую площадку.
И стар, и мал в этом желании солидарны. Согласен и глава города. Большой и уютный двор на школьном бульваре давно нуждается в новом спортивно-игровом комплексе. Детей здесь живет много, а нынешняя детская площадка – зрелище прискорбное. Какой она станет, решали сообща и детально. Делаем мини-проект. Ну, не мини уж, проект, но проект вот такой комплекса, да. Эти брусчаткой. Может быть, ну, резиновая, не резиновая, но все-таки брусчаткая. Вот то, что детское, то, что дети просят, это надо резиновое или каучук. Ну, как мы это уже делаем. Ориентировочная цена этого проекта – более 1 000 000 рублей. Сроки ввода в эксплуатацию – нынешнее лето. Жителей такое оперативное решение застарелой проблемы воодушевило, а мэр отправился в соседний двор на строителей 20. Такой же неблагоустроенный. Детям здесь вообще играть негде. Ну и дома, поэтому здесь тоже надо. На 19-й год давайте смотреть. Тоже надо делать проект. Следующий визит – дворовый клуб «Энергетик». Расположен он на первом этаже трехкомнатной квартиры. Одну из комнат занимает форпост. Но, несмотря на тесноту, работает клуб по максимуму. У нас есть художественное, изотворчество, прикладное творчество, экологическое. Шашки-шахматы, да. Но это только кружки. Итог выездного совещания – все проверенные объекты нуждаются в реконструкции. И она будет ориентировочно в следующем году. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Нижнекамец удостоен одной из высших государственных наград. Указом президента России Владимира Путина генеральный директор трамвайного управления Рафаил Хабибулин награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Такой чести он удостоен за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную работу на благо нашего города. Завтра медиахолдинг НТР вручит подарки победителям конкурса рисунков «Мой день победы». Его проводил сайт ntrdefis24.ru. Изначально мероприятие было запланировано на 1 июня, но из-за плохой погоды его перенесли. Приходите завтра в парк «Семья», начало в 15:00. И там же, в парке «Семья», в это же время пройдет день подписчика. Сейчас к нему готовятся сотрудники газет медиахолдинга НТР. Напомню, это «Нижнекамское время», «Нижнекамская правда» и «Туганьяк». Вас ожидает концертная программа, конкурс, курсы для детей и взрослых и, конечно, море призов. Там же можно будет оформить подписку на любую из наших газет. И это не единственное мероприятие, которое порадует детей и взрослых. В парках завтра пройдет все то, что отменили 1 июня из-за плохой погоды. Начало в 11:00. Правда, МЧС Республики снова разослала штормовое предупреждение, но в связи с возможными заморозками. Сегодня ночью температура воздуха может упасть до -1 градуса, но днем будет гораздо теплее. Об этом в прогнозе погоды. Еще раз напомню, связаться с нашей студией можно по телефону 400770 через сайт ntrdefis24.ru или присылайте сообщение до WhatsApp, номер 917-93-73-077. До свидания. Спонсор выпуска – Шарканская трикотажная фабрика из Удмуртии. Только один день, 7 июня. Большая распродажа женской одежды от Шарканской трикотажной фабрики «Удмуртия». В ассортименте – платья, туники, жакеты, кардиганы. Цены производителя. Ждем вас 7 июня в ДК «Альфа» с 10 до 18 часов. Станьте шикарной в Шарканском трикотаже. 8 июня в Нижнекамске пасмурно, температура воздуха плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Существенного потепления пока синоптики не обещают. Спонсор выпуска – Шарканская трикотажная фабрика из Удмуртии. Только один день, 7 июня, большая распродажа в ДК «Альфа». Обязательно приходите и станьте неотразимыми в Шарканском трикотаже. Только один день, 7 июня, большая распродажа женской одежды от Шарканской трикотажной фабрики «Удмуртия». В ассортименте – платья, туники, жакеты, кардиганы. Цены производителя. Ждем вас 7 июня в ДК «Альфа» с 10 до 18 часов. Станьте шикарной в Шарканском трикотаже.